Уникальный смотр фестиваля детской академии футбольного клуба «Динамо Брест», который сегодня по праву считается одним из самых популярных и сильных в Беларуси, объединил большую команду молодых футболистов, как маститых, так и новичков. На один день спортивная арена стадиона «Юность» превратилась в площадку футбольного бума. Сегодня настал день, когда мы хотим просмотреть как можно больше ребят. И у меня за спиной очень большая группа мальчиков различных годов рождения. Это приятно. Любой уважающийся клуб имеет академию, а не просто школу или группу, которая развивает. Это целенаправленное развитие детей, это социальный проект. На большом зеленом поле юные спортсмены финтят, пасуют, профессионально чеканят мяч, забивают и отбивают голы. Спарринг между игроками выдался эмоциональным. Картина зрелищная, но не удивительная. Ребята сражаются за право попасть в Брестскую академию футбола, кузницу профессиональной игры. Сражаются за то, чтобы получить свой заветный билет в большой футбол. Хочу поступить в академию футбола. Мне очень нравится футбол, я очень его люблю. Стать хорошим игроком и быть в какой-нибудь топовой команде. Попробую свои силы, чтобы доказать, что я на что способен. Получить свою путевку в большой спорт прибыло около 130 футболистов из всех уголков Беларуси и 70 брещан. Однако места в академии ограничены. Только единицам посчастливится попасть в топ лучших. Самых талантливых ребят ожидает подписание профессионального контракта, после которого начнется совсем другая жизнь. В первую очередь, в спортивном отношении мы хотим сформировать действительно игроков, которые будут готовы играть в основной команде. И во вторую очередь мы будем следить за тем, чтобы ребята хорошо учились, чтобы у них была также хорошая академическая подготовка. То, что город над Бугом любит и уважает игру миллионов, сомневаться не приходится. Десятки жителей и гостей Бреста пришли посмотреть на потенциальных звезд футбола. Зрителей оказалось не меньше, чем юных игроков, завтрашних чемпионов, готовить которых будут в детской футбольной академии. Первостепенная миссия спортивного учебного заведения – создавать пополнение для брестского «Динамо». Сегодня очень много ребят, насколько я знаю, не только с Брещины. Это приятно, значит, наш клуб начинает пользоваться уважением и вниманием. Я надеюсь, что мы сначала наберем, потом отберем лучших, и из них вырастут очень хорошие футболисты, которые нам очень нужны. Вы знаете, любой команды мечта играть своими воспитанниками, воспитанниками, которых воспитывает наша школа, в данном случае академия. Конечно, надо время, но надо и терпение. Такой нетрадиционный формат проведения отбора объясним рядом причин. Одна из которых – создание комфортных условий для юных футболистов. Ну и, конечно, организаторы старались, чтобы этот фестиваль стал настоящим праздником для Бреста. Своеобразным подарком для города. Города, где куется футбольное будущее Беларуси. Виктория Сащенко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания «БУК-ТВ».